Это надо в зале ночевать. И надеяться, что когда-нибудь это все-таки получится. Вот кто-то у Светы спросил, как вы достигли всего. Я не слышал, что она ответила. Вот, но я бы ответил, что достичь всего невозможно. И можно достигать, и достигать, и достигать. Это не профессия, это образ жизни. Ну, профессионально в училище я начал заниматься с 13, а так танцевать начал с 6. Нету, все, наверное. Ходить, ходить. Как началась? Как-то нежданно-негаданно. Нет, я просто хочу сказать для всех, если вам нравится танцевать, вы должны это делать, несмотря на то, что там родители могут говорить, да зачем тебе это надо, давай тебя отдадим в банковский какой-нибудь институт или финансы, не надо здоровье тратить. Я всю жизнь хотел танцевать, я гордился тем, что я танцую. Вот, моя мама удивлялась этому. Вот, и ну, я счастлив в своей профессии. А к вопросу, как достичь, просто нужно работать. Знать, чего хочешь, и потихоньку, потихоньку, ступенька за ступенькой, не оглядываться назад. Да, ну, может, не такой модерн, как в Европе, но балет «Иначе дуата» — это, в принципе, модерн. Борис Эйфман. Сложно сказать, но бывает с утра до вечера. А если есть какие-то приглашения, вот как Ася пригласила, то мы еще остаемся и что-то доделываем.